В небе над Прикамьем люди заметили неизвестный летающий объект. Видео появилось в одном из пабликов ВКонтакте. В ролике видно, как в ясную погоду высоко над землей что-то медленно передвигается, оставляя за собой белый шлейф. Все произошло в Чусовом. Местные жители стали строить различные версии, что же это могло быть. По одной из них над нашим регионом появились инопланетяне. Но были и смешные версии. Рубль падает. Полет лунтика. Манна небесная. Это американский вертолет на Марс садится. Супермен.